Скажите, что для вас нетворкинг и с каким запросом вы приехали на наше мероприятие? Что для меня нетворкинг? Это и развлечения, и работа, и семейные мероприятия. Ну, то есть и поиск. Запрос – это поиск партнеров новых, поиск интересных возможностей для бизнеса, возможно, что-то новое. Удалось с кем-то познакомиться, возможно, подружиться, найти новых партнеров, новые контакты полезные? Контакты, потенциальные партнеры. В общем, ну, познакомиться, да, все это вот уже удалось, да, и планирую это продолжить сегодня, завтра утром, ну и дальше в продолжении уже. Наше мероприятие уже пересекло свой экватор. Что за прошедшие дни стало для вас самым ярким впечатлением, которое приходит вот так первый раз на ум? Что больше всего запомнилось, что было самым таким значимым? Что было значимым? Ну, наверное, вчера вот первая нетворкинг-сессия вот с этими стаканчиками, да, и вот там в шатре, где надо было много-много перемещаться между людьми, это было очень интересно. Скажите, если мы делаем это мероприятие ежегодное, вы будете его посещать? Обязательно. Ну, собственно, я все мероприятия менеджерского братства вот начиная с первого слета в январе, потом в мае посещал, но вот это уже третье мероприятие, да. Ну, это здорово. В общем-то, когда мы в первый раз в январе собирались, то на вот была тоже нетворкинг такая сессия с Максимом Батыревым. Как раз мы озвучивали запросы от братства, да, чего не хватает. Я озвучил свой личный запрос, что не хватает именно семейных мероприятий. И вот, так сказать, в мае я услышал, я увидел обратную связь, услышал ее, что вот, пожалуйста, приезжайте в конце августа всей семьей, здесь будет очень интересно для всех. То есть я здесь с женой, я здесь с одним из старших сыновей и с двумя младшими. Старший ходит вместе с нами, посещает все мероприятия, младший, соответственно, в детском лагере. Ну, очень, очень здорово, и мне все нравится.